Итак, я приветствую всех вас, дорогие друзья. Забыл вам сказать, что вчера я завершил мое 40-часовое голодание, которое прошло просто замечательно. Во время этого голодания я довольно-таки серьезно тренировался, ну и в целом занимался делами, а не лежал на диване, умирая от слабости. Но я не об этом. Причина этого голодания была то, что в последнее время я заметил, что у меня воспалились некоторые суставы. И данным голоданием я захотел проверить, является ли это воспаление механическим, то есть я слишком много тренируюсь, что вполне возможно, или наоборот, это воспаление из-за того, что я что-то ем не то. Долгая история коротка. Я проголодал во время этого голодания, как я уже сказал вам, я тренировался. А сегодня у меня суставы воспалены на 70% меньше. Соответственно, весь этот эксперимент говорит мне то, что воспаление происходит из-за того, что я что-то не то ем. Я дальше сейчас начну эксперимент с пищей, просто буду убирать различные пищи из моего рациона и смотреть, как реагирует мой организм. И долгая история коротка, решу всю эту проблему. Но на моем реальном жизненном примере, вот я хотел вам показать, как голодание работает в моей личной жизни, как ее применяют для восстановления организма. Сначала для диагностики и определения проблемы, а потом, соответственно, для восстановления. Поэтому обратите на это замечательное дело, на эту лечебную процедуру особое внимание. Ну и во всех видео. Во-первых, во всех видео я говорю, что голодание снижает воспаление в организме, особенно в суставах. Но помимо этого, я просто уже беру это за практику, потому что эту информацию нужно распространять. То, что сейчас, в 21 веке, наша окружающая среда, она сильно загрязнена бытовой химией и различными химикатами, особенно микропластиком, который находится уже практически везде, в воздухе, в воде и, соответственно, в вашем организме. Многие эти химикаты, особенно микропластик, имитируют эстроген. Эстроген очень вредоносно влияет на организм, особенно мужчин. Соответственно, когда вы голодаете, вы очищаете ваш организм и выводите всю эту химию и микропластик из вашего тела. Поэтому, даже если у вас нет воспаления, занимайтесь голоданием, чтобы держать себя в хорошей, здоровой физической форме и чувствовать себя как настоящий мужчина. Вперед! Желаю вам удачи и до скорых встреч в следующих видео. Пока!